Православные верующие отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на 19 января жители Люберец окунулись в освященные купели. В этом году для традиционных купаний в городском округе оборудовали 4 площадки. Наша съемочная группа побывала на 2 из них. Сотни жителей городского округа собрались в ночь с 18 на 19 января в парке Наташинские пруды, чтобы отметить один из древних праздников христианской церкви – Крещение Господне. Перед тем, как верующие окунулись в купель, священник Свято-Троицкого храма Иоанн Сипович совершил литургию и великое освящение воды. «Во Иордане, крещающийся тебе, Господи!» У этого праздника много традиций и примет. Считается, что вода, освященная в канун крещения, приобретает особую силу и свойства. Она может исцелять различные недуги и оставаться свежей в течение 3 лет. Во время богослужения принято выпускать в небо голубей – символ Святого Духа. Хочется всем пожелать, всем мирянам, всем нашим люберчанам, всем, кто проживает, кто сегодня у нас в гостях, я искренне желаю добра, здоровья, как говорят, благодати Божией, потому что люди заслуживают и доброты, и любви, и, конечно же, все были здоровы. Как только в небе прогремел праздничный салют, в купели окунулись первые смельчаки. Почти каждый, кто выходит из освященной воды, произносит: «Фух, хорошо». В этом году празднование крещения обошлось без одной из главных составляющих – морозов. Верующие окунались в купель при температуре чуть ниже 0. И если теплая погода спровоцировала многих совершить главный ритуал этого праздника впервые… «Да ничего, нормально. Холодно маленько, но хорошо». То для большинства людей купание в крещенскую ночь – многолетняя традиция. «Я купаюсь каждый год. Единственное, пропустил один год – было воспаление легких. Уже 10-й год подряд. Верим. Надо святой водичкой искупаться обязательно. Праздник святой. С праздничком вас!» За безопасностью и здоровьем жителей следили сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, дружинники, а также медики и волонтеры. На территории парка работали пункты обогрева. «Основные усилия будут сосредоточены на спасателях. Спасателей выделено в количестве 21 человека, который будет полностью контролировать до последнего человека». Единственным местом в округе, в котором верующие смогли окунуться в проруби, стало Малаховское озеро. Люди входили в Иордань с берега по установленному деревянному помосту. Всего в крещенских купаниях в этом году приняли участие около 7 тысяч люберчан. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.